прокладывал путь во времени, изучал я движение звезд. Я хотел найти путь единственный, путь, что к цели меня приведет. Я рассматривал карты старые, мне не выдали карты секрет. Книги древние я расспрашивал, в них нашел очень мудрый совет. Есть один путь к вершине, от подножья к вершине. Старый долг сам оплатишь, покори в эту высь. От подножья к вершине, от подножья к вершине. Только там, на вершине, жизнь имеет смысл. Я не знал настоящих трудностей, я вчерашний мальчишка, юнец. Не о долге солдатской верности говорили и дед, и отец. Шли на дзот, на таран, в бессмертие, вызывали огонь на себя. Сколько было их звезд в созвездии, молодых и безусых, как я. Есть один путь к вершине, от подножья к вершине. Старый долг сам оплатишь, покори в эту высь. От подножья к вершине, от подножья к вершине. Только там, на вершине, жизнь имеет смысл. По данным разведки, главные силы противника располагаются здесь. Мы отсекаем синих от океана и в тыл им выбрасываем... Почему здесь примели трассу? Радиомаяк в бухте Крестовой вышел из строя, товарищ командующий. У вас до начала операции двое суток. Трассу не спрямлять. Летать над лежбищами морского зверя никто не разрешал. Забросьте сюда рацию. Пусть маячит, пока не ликвидируете повреждения. Товарищ командующий, это приказ. Есть. Передают на побережье Стормида. Только-то? Мало ли, что они передадут. А еще, товарищ майор, первый вас вызываю по прямому проводу. Вот с этого бы и начинал. Ага. Первый на связи, товарищ майор. Майор Лесников слушает. Да, товарищ первый. Квадрат 47-9. Направляю подразделение одуванчиков. Погодные условия? Северные, товарищ первый. Спокойнее, Руд, спокойнее. Все нормально, ребята. Только вот с руками у вас непорядочек. Поберегите нервы до дома. В чем дело, матрос Лохреев? Виноват, товарищ лейтенант. Да. Давай! Давай плечо вперед, шире шаг. Пошел, 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 пошел. Thank you.
Внимание, штормовое предупреждение. Внимание, штормовое предупреждение. Шторм идет в квадраты. 47/3-47/14. Скорость ветра до 30 метров в секунду. Снежные заряды. Возможен буран. Всем, кто в воздухе, внимание на борьбу с обледенением. Повторяю, всем, кто в воздухе, внимание на борьбу с обледенением. Внимание! Всем судам, находящимся в море. В квадратах 47/3-47/14 ожидается ураганный ветер. Возвращаемся. Ребята нервничают. Мне приказано дать отбой. Я и дал. А нервы — это твоя забота. Спокойно, ребята. Домой летим. Возвращаются. Возвращаются, говорю, одуванчики. Так точно, товарищ первый. Видимость ноль. Да не смогут они в таких условиях десантироваться. Побьются. Я понимаю, товарищ первый, приказ есть приказ. Будем думать. Есть. Через час доложу. Сивак! Сивак! Сержанта Смолина ко мне. Товарищ майор, старший сержант Смолин дежурит по части. Я сказал, Смолина ко мне. Какая тут неясность. Помощнику дежурного по части старшему сержанту Смолину срочно прибыть к майору Лесникову. Повторяю, старшему сержанту Смолину явиться на узел связи. Может, и прав, сержант, надежды мало, но... В прошлом году такой же ветерок был. А лед из пролива в океан выдал и... Раз на раз не приходится, сержант. Но попробовать нужно. Вариантов кот наплакал. Ну, корабль-то я тебе организую, а уж там. Командир БТК-14 на связь. Да нам только бы пролив пройти, товарищ майор, а там мы пулей. Не маршрут, а увеселительная прогулка. Магнитофон брать? А как же. Только рацию не забудь. Ну и кто с тобой отдыхать будет, ты как думаешь? Ну, я так думаю. Механик Пантелеев. Ну, а радист? Романцев? Он слегка подустал за последнее время. Что-то ты все путаешь, сержант Смолин. Ты путаешь южный берег Белого моря с северным берегом Черного. А это две большие разницы, как говорят в одном южном городе. Но у нас же не Белое море. Да, у нас веселее. Это верно. Шайба у Касатонова. Тот передает ее Ларионову. Напоминаю, счет ничейный 2-2. Ларионов входит в зону канадских профессионалов. Можно бить! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тейлор, Тейлор. Нет, такой хоккей нам не нужен. А что наш Мишкин делает, слушай? Наш Вова Мышкин, нацатикратный чемпион и отличный семьянин, как всегда, на месте. Итак, счет 3-2 в пользу канадских профессионалов. Ты же говорил 2-2. Когда случай забит? Ну что, Романцев, выключай телевизор. Да не рукавом, тряпку возьми. Товарища Озерова нам придется удалить с поля. Суток на несколько. Романцев, я на выход. За что, слушай? За необъективность. Сам же говорил 2-2. Когда случай забили, а? Почта пришла! Почта пришла!
Почта! Коршунов Владимир Алексеевич. Прошу. Молодец. Илюшин. Я. Раздай остальные, а то я устал. Алексеев, Олег. Вперед, вперед на перекладину. Держи. Посылку получил. Петров, Михаил. Ну, давай. Краковская? Не, домашняя. Вкусная. Я лучше шоколад. Ты чё, я ж на всех. Да брось ты. У него скоро соревнования, а перед ними он всегда вот такой. Пантелеев, ко мне. Ну, у меня соревнования через неделю. Калорий не хватает. Собирайся, пойдешь со мной. У старшины сухой паёк на неделю на троих. Калорийный. И только быстро. Одна нога здесь, другая там. Выполняйте, Пантелеев. Какая тут неясность? Есть. Дубль В. Есть эффективность выполнения нашего задания. Альфа. Условия, созданные для выполнения задания. Транспорт, оружие, связь, личный состав. Да. Значит, и мы с тобой, Степушка, в этой вот загогулине, наравне с этой железкой, как, впрочем, и наш дорогой командир. Только она солярку жрет, а нам бы чего-нибудь... Икс. Способ решения поставленной задачи. Средство передвижения, выбор маршрута, который позволяет решить поставленную задачу в отпущенные трое суток. Ну и еще последнее. Смирно! Товарищ майор, спецгруппа! Отставить вольно. Как самочувствие? Какие есть просьбы? Да на здоровье не жалуемся, товарищ майор. А вот только через 5 дней соревнования. Первенство округа. Так никто вас, Пантелеев, соревнования не снимает. 1,5 суток туда, 1,5 обратно, и тягайте ваши железки на здоровье. Вот это другое дело. А то сержант говорит, 3 суток только туда, мол. Вон, сухой паёк на неделю взяли. 1,5 суток тебе, гвардеец, на все про все. Такой, брат, приказ. И счетчик твой уже час как щелкает. Вы должны выйти в эфир ровно в 21:20 завтра. О-хо-хо. Романцев. Ага. Романцев. Я. То-то, Романцев. Есть то-то, товарищ майор. Ну, вперед. По местам. Ишь, какие математики пошли. Товарищ майор! Товарищ майор, синоптики передают! Стой! И орать! Подойти и сказать! Как я и говорю, товарищ майор, синоптики передают антициклон иде. Может, он всю хмарь разгонит? Тут всю дорогу так, то так, то так. Да путаешь ты все, сивак. Да не, товарищ майор, ей-богу, антициклон. Ты путаешь южный берег Белого моря с северным берегом Черного моря. Кричишь вон на морозе. Формулу чуть не затоптал. Якут. Эпсилон. Непредвиденные обстоятельства. Андрей, ты? Я. Кто это? Женька Белый. А Андрей где? Медведицу свяжует. Какую медведицу? Которую пристрелили. Какие еще бывают. А тебе велел скребки принести для шкуры. Мне? Да, тебе, тебе. Давай быстрей. Не лагерь сворачивать надо. Женечка, беленький, я на них смотреть не могу, не то что. Что, никак не привыкнешь? Женечка. А может... Что? А может, ты? Женечка.
Миленький, беленький. Не слышу аплодисментов. А может, вдвоем изобразим? А? А ну давай, иди отсюда. Дай одеться спокойно. Ты что? Дура, что ли? Кто тебе не дает? А шкурочку тебе придется поскрести. Как изрек наш драгоценный капитан, чтобы не думала, что колбаса на деревьях растет. Иди! Ах, увяли розы! Ясно, товарищ майор. Даю. Так точно, товарищ майор. Это координаты бухты Светлой. Через пролив пробиться не смогли. Здесь-то чисто, в проливе пробка. Да я пытался, товарищ майор, я пытался. Я ему говорю, ты попробуй. А он говорит, я не ледокол. Настроение? Настроение-то нормальное. Времени маловато. Я говорю, времени маловато. Прошу дополнительное время. Я не бог, сержант. Я майор. Попробую. Но особо не надейся. Приказ есть приказ. Ясно, товарищ майор. Я же сказал, не надо чистить. Из палатки все взяла? Кажется, все. Да. Но когда, кажется, креститься нужно. Хотя он в это и не поверит, язычник. Зачем он тебе? А дома на стенку повесим. Пакетский его зовут Алел, хранитель домашнего очага. Тебе его подарили? Ну, считай, что подарили, напись патронов сменял. Догоняй, капитан. Мою захвати. Прибавишь к доле. Он тебе прибавит. Дай-ка. Лишний вес. Убери, я их видеть не могу. Хотя и почистила. Да, почистила. Лишние вопросы в аэропорту. Что-то мне не нравится твое настроение. Мне тоже. Я же говорил, мне надо чистить. Говорил. Ну а если я что-то говорю, я знаю, что говорю. Или тебе хотелось устраивать семейные сцены при посторонних? А кто они, посторонние? В каком смысле? Нет, ну что они с тобой в геологоразведке работали, я знаю, но кто они? Буровики, охотники. Подонки. Кто? Кто-кто, черно-белое кино. На данном этапе их задача чисто функциональная. Гужевой транспорт вместо лошадок.
Хорошо у тебя получается. Черно-белое кино, гужевой, функция. Андрюша, а я тоже функция? Нет. Ты жена капитана. Аккуратнее, Степ, вроде встречных нету. Выходи. Чего? Того. Если водитель говорит выходи, стало быть, надо вытряхиваться. А тут, товарищ командир, ямы буровые. Нефть искать. Багор возьми, по левому борту закреплен. Давай помалу. Ишь ты, как поет. Отдыхает. Вот так бы с человеком. Послушал, и все понятно. А ямы эти я, товарищ старший сержант, еще с прошлых учений запомнил. Это еще цветочки. Здесь весь район изрыт, будто его черт плугом прошел. Чего ты раньше не сказал? Мы по-другому пошли. А меня что, спрашивали? Я ж механик, я здесь вроде шоколад отрабатываю, да? Какой шоколад? А, да я тебя вот за это взял-то. А я думал, это мне вроде наряда вне очереди. Первенство позарез надо выиграть. Но 6000 калорий, вынь да положь. И это каждый день. А ты бы сказал бригадиру Илье, зачем ты мало хлеба на бригаду берешь? Говорил я, однако. Значит, плохо говорил. Теперь хлеб кончается у них. Да не виноват, Коля. Я и сам Илье говорил. Возьми хлеба побольше. А он упрямый. Далеко, говорит, не пойдем. Зачем зря возить? Говорил, не пойдем, а погода заставила. Вот теперь до самой Тензянки кословать будут. Да еще нарты с мукой в ручей опрокинули. Ну? Вот Алю шел берегом, говорит, лед ломает. Видел, как медведи убегают. Однако большой ветер будет. Подумаешь, лед ломает, ветер идет. Значит, что? Пусть без хлеба сидят. Да, без хлеба, однако, скучно будет. А так у них все есть. Масло, мясо, сгущенка. И печенье есть. Иди, Маринка, будем пить чай. Садись. Я чай у Ильи в бригаде попью. С хлебом. О, видал? Да. А ты, кстати, одну букву в формуле не дописал.
Эпсилон. Непредвиденное осложнение. Обстоятельства. Что в лоб, что по лбу. Что скажешь, механик? На прошлых учениях здесь ходить не разрешали. А в объезд? Ну, это часов 6 будет. Часов 6? А. Ну и что предлагаете? Что у тебя? Эти 6 часов в заначке лежат. Что предлагаете? То, о чем ты думаешь, но не решаешься. Решаюсь. Рискнем. Пелинг еще раз. Да что я, товарищ майор? Я тебя не что ли? Это же район закрытый для передвижения. А ну давай их на связь. Да ну выходит вон и на связь, товарищ майор. Степа, правее чуть-чуть, правее. Степушка. Левее, левее. Еще левее. Да некуда, стенка. Еще левее. Смотри, Степ, завал впереди. Можешь левее взять. Камень под стеной. Сержант левее, ты правее. Тоже мне советчики. Отдохни, Степ. Давай я поведу. Не надо. Нас тоже не в дровах нашли. Левее, левее, держись, Вадим. Осторожней, Степа, на камень едет. Thank you.
Держи. Зажги. Ну, знаешь, хоть ты герой, но в служении я тебе не нанимался. Молодец, сержант. Чудак. Молчишь, Мишенька. Сказал бы что-нибудь, а? Давай, тетя Лиз, прощаться. Давай. Ой. Платочек, мамин, возьми на память от мамы. Я же хотела как лучше, Мишенька. Миша! Миша! Молодец, сержант! Часов пять выгадал. И ребятам мою благодарность передай. Но на будущее запомни, если район закрыт, значит закрыт. Вы вообще могли там голову сломать. И чтобы никаких романцевских фокусов, там всяких его против ломов нет приемов. При движении ночью особая осторожность. Как понял прием? Понял вас отлично, товарищ майор. Действовать по обстановке, особая осторожность ночью. И никаких романцевских теорий на практике не применять. Соблюдаю особую осторожность, товарищ старший сержант. Окстись, Толенька, какая осторожность? Понял. Есть действовать по обстановке. Что такое? А ты посмотри. Чего там еще? Тихо! 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 Что, старик? Здесь своих чужие бояться будут. Это волк, парень. Ай! Ну не надо, зачем вы так, им же больно. Волк карачону все равно, что брат девка. Волк человеком может стать. Большой, хороший охотник будет. А когда человек волком становится, большая беда будет. Thank you.
медвежонок-то? Кажись, живой. Бежал, небось, за мамашей, да свалился. А может, нарочно приманили. Стал кричать, мать звать. Она-то пришла. А ее... На, держи! Осторожней, Толь. Кто следам-то учил? Да отец и учил. Он всегда говорил. Ремесло, сынок, не коромысло. Плечи не оттянет, а пригодится может. Ну что у тебя, охотник? И охотник тоже. Ну что? Вроде оклемался. Ну, рычит, значит, живой. Похоже, в три ствола палили. Ах, смельчаки. Как на стрельбище. Дядя Степа следопыт. Как же ты догадался? Молча. Сколько, говоришь, их было, кожаный чулок? Трое или четверо. Пацан, что ли, с ними? Гады они. Сильно, но не точно. Душевные гады. Тезку твоего Мишу на шапку не взяли. Ага, мамашу вон ухлопали, а малыша с голода подыхать оставили. Тут еще одна деталька имеется. Что нам с этой деталькой делать? Оставим, помрет. Ладно, тезку мы его в машину. Урежу долю на 10%. Портвишок. Понятно, Улухин. Ты ж капитан. И родина твоя. Марсель. А ну-ка постучи по нему. Пусть помогает язычник. Эх, дала бы погода окошко, мы бы в него мухой. Андрюша, а почему тебя эти Женьки боятся? Они ведь сильнее тебя. Нет, ну а потом, ведь ты им уже не начальник. Если он еще только... я буду, если рога ему не обломаю. Тише, тише. Ради бога. Да что тише? Я ошалел уже от него. Капитан, капитан, уменьшу долю. Там доли-то у него. Кот наплакал. Ну, тише, тише, ради бога. Ведите тише. Паровоз, здесь несправная дорога. Свалиться можно под откос. Ночью колеса застучали, свалился поезд под откос. Ты скрипи, да не ломайся. Да ладно. Главное, до Москвы доехать. Чтобы он шкурки на бабки поменял. А там... На 25 часов, да. Двое суток, как ни крути. Разрешите, товарищ майор? Да. Метеорологи подтвердили, антициклон интересующих вас квадратов не коснется. Разрешите идти? Идите. Есть. Эй,
медведи побежали. И старалю тоже правильно говорил. Много старики знают, только их слушаем мы плохо. Сейчас, сейчас, белая рубашка, сейчас. Прятаться надо, буран идет. С метеослужбами поддерживай постоянную связь. Нет, пока не обещаю. Ясно, товарищ первый. А дуванчиков я вообще с аэродрома не снимаю. Да, предусмотрел, товарищ первый. Вертолет дежурит, так надежней. Виноват, товарищ первый, у меня не все. Я прошу продлить срок выполнения хотя бы на полсуток. Но это же бухта светлая, километров 200 лишних. Точнее? Ну, точнее, 231. Даже 232, и это те еще километры. Есть, товарищ первый. Есть, чтоб никогда. Так, твою дивизию не так. Опять я нехороший. Разрешить, товарищ майор. Угу. Вот их координаты. Передайте, пусть возьмут 5 градусов западнее. Велят 5 градусов западнее. И скорости не снижать. Есть 5 зап. У них на карте запад-восток, а здесь сопку рогом упрешься. Будет вам и север, будет и свисток. Движок мы сорвем. Это точно. Прибор у вас электронный. Мне вот мастер тоже предлагает подучиться малость. На станок с программным управлением перейти. Не, не пойду. Посмотреть интересно, а так, чтобы работать, да там и руками разучишься шевелить. А мозгами тебе шевелить скучно. Ну почему скучно? Когда руками что-то делаешь, тоже ведь головой думать надо. Ну вон отец-то. Что-нибудь не так? С чего это вы решили? Ну, вы сделали такую гримасу. Я вот сейчас сделаю гримасу. У вас палате посторонние. У нас все же больница, а не санаторий. Выйдите из палаты, молодой человек. Это мой сын. У всех сыновья, у всех дочери. Давайте вот всех рассадим по койкам. Его в армию забирают, он попрощаться пришел. Так ты знаешь. А мама, чтобы я не говорил, чтобы не волновал. Вот и не волнуйтесь. Выйдите из палаты. Иди, сынок, иди. 2 года не срок, я выдержу. А чего это она прыгает? А когда она не прыгает, а ровной линеечкой идет, тогда... Под белой простынкой. Господи. Выводит. Самостоятельный вроде мужчина, а такое вот. Выйдите из палаты, молодой человек. Иди, Стёп, служи. Мы еще с тобой. Thank you.
где же мы? Где-то здесь. Да, начать и кончить. Слушай, командир, а может заскочим в оленя, а? Хоть горяченького похлебаем. Какое горяченькое? Ты время-то считаешь? Считаю. Вообще-то, Анатолий, командир прав. Но если честно, чего-нибудь калорийного, ох, как бы не помешало. Ну а кто говорит, что он не прав? Никто не говорит, что он не прав. Только ты его спроси, когда он задание получал. Он тогда сильно временем интересовался. Есть, товарищ майор? Так точно, товарищ майор. Ну что ты от меня хочешь-то? Считали тогда время. Я без тебя, что ли, носом во льды уперся? И времени добавить просил. Ну, добивался Лесников продления, не получилось. И не получится ни хрена. Хоть стой, хоть падай, хоть на ушах чечетку бей. Нету времени, и все. Майора жалко. Он надеется на нас. На парашютный десант он надеется. Если погода на побережье даст окошко. Так значит, мы здесь корячимся вроде как для докладной начальству? Сделал, мол, все, что мог? Да, тебе, конечно, спокойнее на губе сидеть, озеро изображать Николая Николаевича. Да при чем тут Николай Николаевич? Ты он погляди. Ну, пробьем головой мы эту стену. Что мы будем делать в соседней камере? Мысль свежая. Твоя? Это не вопрос. Не та мать, как говорится, что родила, а та, что воспитала. Не столько главное придумать, сколько вовремя сказать. Как вы любите языками молоть, а? Вроде и говорите по-русски, а ни шиша непонятно. Товарищ не понимает. Ты вот что. Ты из меня себя не делай. Я все понимаю, когда говорят толково. А то муть какая-то. Мать для чего-то приплел. Это моя ошибка. Командир, а может завернем в оленей-то? Столовка столовкой, но ведь там аэродром. Гражданский. Ну и что? Там кукурузник, он над реченькой за сопочкой. Чем мы теряем-то? Степушка, ты выгляни в окошко, что ты там видишь? Ничего. И никто не летает? Правильно, Степушка. В такую погоду только бабы-яги летают. А жаль, и супчика не поедим. Что-нибудь случилось? Я просто боюсь. Я все время здесь чего-то боюсь. И в Москве как-то тревожно было. Боюсь, что ты натворишь что-нибудь такое. Эти Женьки. Натворишь? Что еще можно натворить? Ты что ж думаешь, я этих орлов сюда за туманом привез? Помахать лопатой за зарплату, а на обратном пути ружьишком побаловаться. Они у меня делом занимались. У меня была своя игра. Свой выигрыш, я его сделал. Теперь у меня будет все, что нужно. У тебя тоже. Игра, выигрыш. Все, что нужно. А потом-то что, Андрей? А потом можно и послужить. Послужить, не творя, как ты выразилась. За 150 рэ на спичке. А я-то тебе зачем здесь понадобилась?
Ну, хотя бы, чтобы потом не было глупых вопросов. Что, откуда и почему? Детонька, пора становиться взрослой и умной. Я что-нибудь не так сказал? Нет, нет. Все так, я просто умнею. Послушай, Андрей, а того медвежонка ты действительно отпустил? Не съел же. Крестничек-то наш совсем затасковал. Ну дай ему еще молока из НЗР. Последняя банка, командир, все слопал. Я что, спрашивал, сколько осталось? Какая неясность? Все ясно, товарищ сержант. Будем все вместе лапу сосать. Ты вот что, парень, либо коньки побыстрее отбрасывай и на шапку определяйся, раз уж тебе так тошно на человечество смотреть. Либо живи 100 лет, но веди себя прилично. Не ест нахал. Степ, а шапка из него выйдет? И на варежке останется. А чё ж тебе от нее отказались? Жалко, наверное, стало. Жалко оно, знаешь, где? Мужики, а снежок-то тю-тю? Может, и разведнеется? Ну-ка, тормозни, пускай доходяга кислорода хватанет. А то и правда загнется. Мотор. Слышите? Вот, валенье летит, больше некуда. Ну, а я что говорил? Вездеходом не успеваем, а самолет — это шанс, товарищ сержант. Ну, ты гений, Степан. Заводи свою керосинку и крути на оленя. А ее куда мы денем? Тут ее. А я с ней как с мужиком разговаривал. Да я про машину. Машину, медвежонка, оставишь в милиции. Поехали. Жми, Степушка. Ага.
юные романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Да вроде нагадала уже. Может, да, а может, нет. Это север, сержант. Тут погода по 5 раз на дню крутит. Ну, спасибо, старик. Просветил. Я ведь прямо с юга сюда прикатил на северных ассов посмотреть да песенки послушать. Ну, зря ты кипятишься, сержант. У тебя учение. Я понимаю. Он говорит, я образцы везу. Я его понимаю. Но это их самолет. Он ими зафрахтован. Абросов, покажи сержанту телефонограмму. А машина у нас сейчас одна. Ну, разорваться мне, что ли? Да ты не рвись. На, смотри. Ну, верю, я верю. Ты нас одним рейсом забрось. Ну, там крючок-то. Крючок. А если мы на твоей тензианке засядем? Мы как мы, а пассажиры? Да они нас... Вот они, пассажиры. Да я их уломаю. Ну что они, не люди? Я бы еще понял тебя, сержант, если бы ты домой летел. А так нет погоды, нет самолета. Какой из тебя спрос? У тебя начальников много, вот пусть они и думают. Прогрев, значит, шанец есть. Что вы говорите? А че еще? Скажите, Лена, а правда, что пока мы, как говорится, с оружием в руках стоим на страже мирного труда, всех лучших девушек поразбирали замуж? Ну что вы, эти слухи сильно преувеличены. Возможно, но факты свидетельствуют об обратном. А я у вас часто бывал. На Арбате, в кинотеатре художественный. Возможно, мы там даже с вами и встречались. Не, вас бы я запомнил. Я бы вас тоже. Вы давно в Заполярье? 2 недели. Ну, это срок. Да. И северное сияние видели? Конечно. А вы знаете, что северное сияние своим изломом напоминает контур побережья, над которым возникает? Не может быть. Да вы что? Это же мощнейшее открытие. Правда? Только об этом пока никто не знает. Кроме меня. Кроме нас. Черт возьми. А действительно интересно, что бы было, если бы мы с вами раньше встретились? На Арбате. Ну почему можно и на пляже? Вы загорать куда ходили? В Серебряный Бор. Хотя ничего хорошего бы не вышло. Почему? Меня сразу в армию забрали. А вы бы вышли замуж за своего геолога. И встретились бы мы опять вот здесь, за полярьем. Против лома, Леночка, нет приема. А если есть, Толя? Если бы я замуж не вышла, если бы я... Вас ждала. А? Не верите? Нет, ну почему же? Я вообще-то наивен и бесхитростен, как дитя. Да. Лена,
Да что с тобой? Леночка, что случилось? Кончай обниматься. Девушка, передай своим, через 10 минут летите. А мы? А вы нет. Кончай обниматься. Девушка, передай своим, через 10 минут летите. А мы? А вы нет. Как нет? Миша. Они тебе тут мозги пудрят, а сами через 10 минут улетают, понял? Тут у меня человек, равных нет. Слушай, упасть не встать. Ноги от шеи, глаза, во! А муж ее. Во-во, самое время нам сейчас с бабами валандаться, да еще да, чужими. Да при чем тут бабы? Ты слушай, я ее уговорю, она своего этого геолога, понял? Летчики-то согласились крюк дать. Ну давай, давай я обратно. Я же объяснял, у них много груза и тяжелого. И вообще, без согласия основных пассажиров усложнять маршрут я не имею права и не позволю. Так что ничего с тобой не получается, сержант. Никак. Не получается такое никогда. Слушай, а у тебя здорово получается, ей-богу. Если так дальше пойдет, то тебя скоро по телевизору показывать будут. Ага, песня 87. Не, здоровье. Ты будешь рассказывать доктору Белянчиковой, что с тобой стряслось. Ну ты нахал. Они же нас упрашивают. И они же нам... Ну ты хулиган. Романцев. На улицу. Солнце незакатное и теплый ветер свеста, и штрол послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Так, что ли, поется? Так. Ну, а раз так, перетакивать не будем. Лысые романтики, маму вашу. Согласие, без согласия. Хорошо пели, только финал больно шумный. Кончай балаганить. Есть, кончаю балаганить, и мы вместе рыдаем. А я, между прочим, уже полдела сделал. Он, видишь, уговаривает. По-моему, пора подключаться. Клиент дозревает. Ну что, ребят, поможете? Договоримся. Ну вот, там и летит. Ну что, мужики, порядок? Да отдыхай, ребята, отдыхай. Вон в магазин портвейн привезли. Откуда вы служил на портишок? Держи. Чего телишься? Сержант увидит, сам выпьет. Ага. Ну, поздравляю, рядовой Романцев. Так держать, летим. Тут одна деталька нарисовалась. Да ну тебя с твоими детальками. Успеваем. Зря, командир. Деталька интересная. Правда, лодка любви разбилась о быт. Ты, по-моему, уже чокнулся со своими шашнями. Давай собираться. Погоди, командир. Собираться, кажется, рано.
Тоже Степка задерживается. Мы без него как без рук. Серьезный зверь. Ремень тебе придется оставить у нас. Пошли акт составлять. Про ремень, что ли? Да не про ремень, а про медведя. Ну, некогда мне акты писать, товарищ лейтенант. Ну, мои-то улетят. Как пить дать улетят? Оружие вот, все у меня. Белый медведь, это тебе не щенка под забором найти. Это природа, ну и валюта. Товарищ лейтенант. Акт буду я писать, а ты будешь только подписывать. Ну, спасибо. Стой, граждане! Некогда нам ждать, ты шмотки собрал? Не в шмотках дело. А в чем? В том, что вы никуда не летите. И можете считать себя задержанными. Погоди, при чем тут задержание? Кто ты такой, чтобы меня задерживать? А я сержант Советской Армии. Разве не видно? Да видно, парень. Видно, что ты хам. Разговор с тобой будет как с хамом. Назад! Сержант понял свою ошибку, он исправится. Как в аптеке, сержант? Они! Ты что делаешь? Падла! Вот тебе и плешь, гуси-лебеди. А мы еще просили. Возьмите нас с собой. Туристы. Зацепили? Ну что, с кого получать будем? Белый! Ну? А теперь кто с кого будет получать? Брось штык. Брось! Кончай дурочку ломать. С этим не шутят. Брось штык, я сказал. И глазом не моргну, шмакодявка. Только к лету и найдут. Брось штык! Ну! Брось, то ли я приказываю. И ты тоже. Брось. Давай, давай, сержант. Я буду шмотки таскать к самолету. А вы тут. Ну. Черт. Так их в самолет нести нельзя. Я сейчас Ленку пришлю. Мы сами. А, вы как-нибудь тут. Ясно, ясно. Матрос, вещь в мешке и веревка. Упакуй, как было. Вот уж хрена. Считаю до трех. Раз. Два. Стойте. Я сделаю. Вот это другое дело. Люблю покладистых. Нормально. Ну все, пока. Эй, парень! Да. Однако военные туда побежали. Ты что-то ошибаешься, отец? Я правда говорю. Зачем им? Туда, туда. Мой парень тоже морской армии служит. Уже командир. Вот и пуск жду. Ну, хорошо. Который вино вылил на снег.
туда бежал. А который худой-худой, туда, туда. Вино вылил? Я правду говорю. Холодно. И портвей не помог. Ничего, скоро согреешься. А ну, кончай скакать. Милиция! Алло! Алло! Летчик радировал! С дальней стоянки! Самолет, похоже, не поделили! Ему из кабины плохо видно! Да нет, солдаты без оружия! Геологи вооружены! Ну, все нормально, капитан? Телитесь, за ангару везти ума не хватило. Какие вопросы, капитан? Матрос, покуй второй. Да пошевелись, и на свободу с чистой совестью. Ты что ж, я думал, уже все. Второй заделает, 2 минуты. Да не в этом смысле. А в каком? Ты что ж, не понимаешь, что отпускать их нельзя, не успеем и воздух подняться, они тут всех на ноги поднимут. А что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь, капитан? Ты что, уже совсем отупел? Капитан, будь друг, подай-ка доску. Зачем, из мелкашки же не слышно. Подай, надо. Давай, быстрее, а то погода портится. Держи, возьми его. Зачем, я же шмотки ношу? Фраера ищешь. Чужими руками дерьмо грести. Припрут, я шмотки носил, сука. Целься в лоб. Шевельнешься, хана, промажешь тоже. Ты меня знаешь. Ну! Считаю до 3. Раз! 2! Да ты что? Все, ребята, приплыли. Вставай. Вставай. И иди. Аккуратней. Чего у вас тут произошло-то? Интересный ты, Степан, человек. Сначала стреляешь, потом спрашиваешь. А что, я дурной, что ли, спрашивать, когда вас на мушке держит? Логично. Видишь ли, друг Степа, они нас расстрелять решили. Ребятки, все же это ерунда. Никто бы вас, как вы понимаете, ну, стрелять не стал. Побаловали немножко ружьишком. И все, разбежались. Так это была игра! Бесхитростная, но добрая шутка. Я лично никогда так не смеялся. А вы, товарищ сержант, а? А я просто хохотал до упаду. То-то вы так за затылочек держались и мама сказать не могли. Отойдем. Степ, возьми-ка их на прицел, чтоб не загрустили. Сержант! Товарищ сержант. Ну, мы извинимся, а? И все такое. Летите, куда вам нужно. А с нами будет кому разобраться. Отсюда ведь не убежишь. Может, договоримся, а? Я к летчикам, и в милицию надо. Послушай, а может, этот паразит прав? Свяжем их, есть что, по ушам настучим. Поднимемся, по рации милицию вызовем, а то здесь сутки провозимся с протоколом. Да нельзя, они без нас наговорят, старикороба. Останешься за старшего. Это твоя жена вот такие шары? Ну, моя.
Какой же ты гад. Такую девку в уголовщину втравил. Слушай, ты. Попутал нас и радуйся. Чего ты еще хочешь? Да вот хотел, чтобы вы в штаны наложили. Имеется неплохое слабительное. Степа! К стенке, твари. К стенке! Что вам нужно? Вообще-то на «вы» я разговариваю с девушками, с особыми пожилого возраста. Может, нам на «ты» обойтись? Короче. Можно. Ты Инку Батракову знаешь с узла связи? Ну? Хороший ответ. Ну, а то, что она из-за тебя плачет, а ей это сильно вредно. Это все? Нет. Если ты отсюда не свалишь, я тебе помогу. Очень может быть. Разреши-ка. Ну. Вот смотри. Против лома нет приема. Босяки. Окроме Толя, другого лома. За мной. Отставить, команда! Отставить! Отставить! Есть отставить. Встать! Если есть кому чем похвастаться, давайте. Чем жалобнее, тем лучше. Я с ума сошел, что ты делаешь? Должок вернул. Да не весь. Если бы их взяла, ты бы уже не кричал. Да вы что, ребята, мы же договорились, мы же летим. Андрей, в чем дело? А дело в шляпе. Вернее, в шапке, к вашему сожалению, не сшитой. Какая шапка? О чем ты, Толя? Ты что, знаешь его? Если это имеет какое-нибудь значение, даже целовались в Серебряном бару. В кинотеатр художественный ходили. Зачем ты? Зачем ты так, ты? Ну, ну, сволочь я, сволочь! А как вас прикажете, мадам, называть? Когда вы на глазах у медвежонка его матушку, извините за выражение, освежевали. Или когда вы его в яме подыхать оставили. Андрей, Андрей, ты же сказал, что ты медвежонка отпустил. Какая разница? Все равно бы сдох в тундре. Господи. Какая же я дура. Милиция! Алло! Алло! Милиция, говорю! Да-да, я! Плохо слышу! Выехали! Лады! Вы вовремя подоспели, товарищ лейтенант. А нас тут чуть не перестреляли. Документы. Оружие в машину. Руки. Ну, а стреляли-то зачем? Они же ребят на мушке держали. Эх, да разве так задержание проводят?
Мы тут кое-что нарушили, не скрою. Хотели, понимаете, порадовать друзей, сослуживцев в Москве. Сейчас мы посмотрим, что у вас тут за сослуживцы. Так, Севремгаз. Здесь то же самое. О, а тут поинтересней. За что сидели? Узнаем. Товарищ лейтенант! Так, понятых. Значит, вы так начальствуете. Да это вообще не наши. Нас просили передать, и все. Потом расскажешь. Товарищ лейтенант, давайте вам все объясню. Ну? Я так думаю, что они из-за этого меха на нас и напали. Это он разболтало, язык-то без костей. Ладно, пока довольно. Ну, что скажешь, сержант? А нечего им говорить. Солдаты не виноваты, это ты. Ты во всем виноват. Ну что, пошли, граждане, протоколы писать. Горяченького. Ну, жадность человеческая, а? Мало им было, так они еще и медведицу убили. Ты круче бери, они и нас положили бы. Да это как пить дать. Ну, вообще-то Степан молодец. А вот бывший сержант Романцев прошляпил. Нет бы сначала оружие отобрать, а потом жутики потрошить. Да это то ли все следствие. А причин-то, конечно, я дурака свалял. Ну, во-первых, автоматы в вездеходе оставил. А во-вторых, конечно, милицию надо было бы. Слушай, Степ, а когда ты увидел, что мы с Романцевым разошлись, почему ты за ним пошел, а не за мной, а? А что, надо было наоборот? Я думал поначалу, а потом... Да нет, ты все правильно сделал, но почему? Так он же хитрый. А я? А вы, товарищ сержант, умный. Я просто понял, что вы его в засаду направили. Ну, ты прям дипломат. Простите, ваша фамилия не Талейран? Шел бы ты, а? Куда? В прапорщике. О! Вот, честно говоря, я до самого последнего момента, пока ты тюки не вспорол, не был уверен, что это они. Вот поэтому и схлопотал. Честно говоря, я тоже. Новое дело. Ты ж так убеждал. А если бы это действительно не они, а нормальные люди? Ну, тогда бы я был не Романцев. И нам бы пришлось дико извиняться. Ну ладно, я к летчикам. А вы тут не балуйте. Есть не балуйте, товарищ сержант. Чалушка, что ты там разглядываешь? Касатик. Ехидство твое. Да вот лучше скажи, как на них вышел. А вот смотри. Взял на память. Ну и что? Осечка. Ты посмотри, чем заткнули. Хлеб. Во-во. И бутылку они тоже хлебом заткнули. Ну, ты Шерлок Холмс. Толь, а портвейн зачем вылил? Да, чтоб злее быть. Только начал жить, деньги кончились. А это к чему? Да я, дурак, даже адреса у нее не взял. Милиция возьмет, не расстраивайся. Не, определенно, не фартит мне последнее время.
Здравствуй, Василий. Я не Василий, я буранщик. Ты что, меня не узнал? А почему? Ты мне на празднике Севера такую медаль давала. Давала, а сама говоришь, не узнал. Мы сейчас будем с тобой чай пить. Пошли, Маринка. А еще отец любил, особенно когда я маленький был, но уже соображал. Поставит меня перед собой, чтобы я всех своих дедов и прадедов вспомнил. С именем и отчеством. И много ты знаешь? Хватает. Вот дед мой, Павел Петрович, ну это отца отец. Так он тоже по металлу работал. А вообще, первым в Тобольск пришел мой прадед, Петр Лукич. Ну это еще до революции. Вроде подъезжаем, командир. Обратно. Это в каком смысле? В таком. Сесть не сможем. Уран по курсу. Он получил, чего не ожидал, как пелось в одной песенке. А ты не получил? Я получил другое. Я получил приказ. В составе группы сержанта Смолина достичь точки для выполнения спецзадания. Кто виноват, как любил спрашивать известный русский писатель Чернышевский, что достичь указанного места не удалось. Обстоятельства виноваты. Разные метеоусловия, нарушители закона и еще кое-что, относящееся исключительно к принципиальности сержанта Смолина. Слышал я это уже от одного орла, который меня на мушке держал. Что делать? Что делать? Как спрашивал все тот же писатель. Вернуться к нашему симпатичному транспортному средству и топать в часть. Кто виноват, это Герцен написал. Да, а я что сказал? А ты не то сказал. Товарищ сержант, образованность нашего друга начинает меня просто пугать. Довольно трепаться, Романцев. Идите к летчикам и выходите на связь. Кто виноват, что делать? Да, что же им передать, раз погоды нет? Вот он, эпсилон чертов, как себя оказывает. Что, товарищ майор? Ты что, Севак, в казаки записался? У нас вроде армия, а не Запорожская сечь. Вот сияк. Вот сияк. Он усы и тюп отрастил, как казачий атаман. А? Да тоже я, товарищ майор, в отпуск готовлюсь. Слухи опровергать. Бо вони ж там кажут, что у нас тут от климата волосы вылазят. От климата. Ладно, иди. На усмотрение командира группы Смолина передай. Ясно. На ваше усмотрение. Товарищ сержант. А я ведь говорил, надо было навешать им от души, а потом с самолета вызвать милицию. Ну что решили, мужики? Где мы? Да вот тут. А здесь сядем как-нибудь? Как-нибудь не умеем. Хорошо, может и получится. Только ведь это еще километров 40 в сторону. Это я понял. Садись. Зачем тебе 40 километров, да там еще? Мы за сутки на лыжах не доберемся. Я знаю. Только уж лучше так, чем. Пойду один. Вам приказываю возвращаться.
Отец, мать здоровы? Здоровы. Хорошо. А твой брат Алексей пишет? Пишет. Когда он приедет? Он же стал командиром. Он мне прислал книжку про корабли. И вот ремень с якорем и звездой. Ну, посмотрим. Ой, усы отрастил. Его уже назначили. Папа говорит, что ему там будет хорошо. Там Тихий океан есть, не то, что наш. Дедушка поехал его на собаках встречать. Он должен прилететь на самолете скоро. Ну, спасибо. А зачем ты приехала? А почему сразу не спросил? Пока гости не попьют чай, не надо спрашивать. Дедушка и бабушка так делают. И я так буду делать. А я вам хлеба привезла. Ура! Маринка хлеба привезла! Ура! Маринка хлеба привезла! Ура! Маринка хлеба А он у вас случайно не того? Нормально. А что же вы с ним не пошли? Приказал домой возвращаться. А это в каком смысле? В смысле того. Закрывай дверь. А Степа пусть возвращается. У него там соревнования, вездеходы, все такое. Здесь где-то стойбище должно быть. Я по карте видел. Прорвемся.
Два, товарищ первый. Нет, с тех пор молчат. Так точно, товарищ первый, я знаю, что они должны выйти в эфир в 21:20. Вижу, товарищ первый. Да я понимаю, что с вас тоже. Но это же север, здесь иначе не бывает. Вы же знаете. Есть. Сивак. Слухаю. Готовь спасателей и проверь вертолет на случай погоды. Есть, товарищ майор. Я маяк. Как меня слышите? Прием. За сопкой сидим, командир. Я их слышу, они меня нет. Как оглохли. Что ж твои так долго не едут? Я маяк. Как не едут? Я маяк. Как меня слышите? Прием. Уже близко. Черт, ну не слышат и все. Вот видишь, как мои заволновались? Вот так и собаки стали волноваться, когда вы еще рядом со стойбищем плутали. Я так и подумала, что в буране кто-то заблудился. А потом я ракету вашу увидела. Я маяк, я маяк. Как меня слышите? Прием. Толя, пей. Сильным будешь, долго не устанешь. Ну вот, короче говоря. Месяца через полтора отец женился на тете Лизе. Материной лучшей подруги. Ну хорошо. Очень. Я маяк. Как меня слышите? Мать, прием. Получается, год как болела. Они. Все у них шло полным ходом. Культурно выражаясь, они роман крутили. Однажды я прихожу домой. Наверное, недели через две, как мать умерла. Он сидит за столом. Бутылка перед ним пустая, а раньше не пил. И фотографии разорванные в клочки. Ну, где мать, одна там или с ним вместе? Нехорошо, однако. Да. Я маяк. Я маяк. Да, я как увидел, ошалел, болтаюсь, как воробей по конюшне. Как кто? Да, это не важно. Я маяк, я маяк. И самое главное, я ведь про фотографии ему ничего не сказал. Сейчас как вспомню, просто в ушах звенит от злости. Я маяк. А теперь-то он пишет. Аккуратно. Каждую неделю письмо. Ну, а я их рву. Вот уже 2 года. А у нас тоже. Обычай был раньше. Если старший брат умрет, то младший на его жене женится. И детей растить помогает. Слышишь? Хороших оленей ведет. Скоро доедем. Завязывай, Толя. С точки выйдем на связь. Там повыше. Не надо, не надо. Зимой мы огонь не гасим. Вдруг кому пригодится. Почему тебя зовут так странно? Маринка, чего ж тут странного?
по-гречески морская. Это меня прадедушка так назвал. Он, наверное, знал, что у меня судьба у океана жить. Так и сказал. И жить ей у Тихого океана. А почему у Тихого-то? Перепутал, наверное, старый был. А может, и не перепутал. Вперед видел. Он у меня шаманом был. А может, и ты колдунья? То-то я смотрю, я тебе всю жизнь выложил, а? Околдовала? Ня, ты просто думаешь, что никогда меня больше не увидишь. Ну, как в поезде. Все про себя любят рассказывать люди. Эй! Эгей! Красивая ты. Я думал, такие только на обложках журналов бывают. Да ну твои журналы. В них все одно пишут, какие мы дикие были, а? Эй! Эгей! Эгей! Что там? Да, моряки, давно. Это же надо закон подлости. Ни те ветра, ни те снега. Стоило горбатиться, сели бы да прилетели. Уже? Чего? Летят. Выходит, мы зазря. Все равно кое-что докажем, а то какую моду взяли. Сели да прилетели, все девки млеют. Все, командир, я на волне. Хоть на полчаса, а раньше их в эфир выйдем. Нельзя, Толя. Выход в эфир в 21:20 на волне маяка. А вы откуда, ребят? На вопрос «откуда» напрашивается ответ от верблюда. Это первое. Второе надо сказать дядям. Здрасте. Ну, здорово. Можно и так. Только не надо путать южного побережья Белого моря с северным побережьем Черного. А чего я путаю-то? Двери вон не закрываешь. Да нету. Во! Товарищ лейтенант, там какие-то матросы с рацией. Что за матросы? Ты лохреев, не цыганка плечиками играть. Ты десантник. Должен был выяснить, кто находится на объекте, а потом уж докладывать. Кто такие? Матрос Романцев. Сержант Смолин. Лейтенант Гурьев, что вы здесь делаете? Вас ждем. Нельзя ли яснее выражаться, сержант? Яснее не скажешь, товарищ лейтенант. Как только увидели ваш вертолет, так и ждем, когда вы приземлитесь и в эфир выйдете. Ну, а то, что мы тут полтора суток по сугробам корячились, это, конечно, не в счет. Ну, ничего, может, зачтется, как тренировочный марш-бросок.
Значит, вы и есть спецгруппа майора Лесникова? Вас уже спасатели ищут. Что ж вы сами в эфир не выходите? Что-нибудь с рацией? До выхода в эфир осталось 17 минут. Это как же понимать? Дверь тоже не закрывает. А. Располагайся, голубок. Товарищ лейтенант приказал передать. А лейтенант у них ничего, я бы с ним послужил. Майор, Романцев маячит. Да путаешь ты все, Сева, путаешь Южный берег Белого моря. Да ничего я не путаю, товарищ майор. Что ж я его руку не чую? Громкий, громкий дай контроль. Ну, паразиты. А, паразиты. Объявились, не запылились. Сюрприза они мне устраивают. Я вам покажу сюрпризы. Сивак! Сивак! Что, товарищ майор? Отменяй спасателей. А этих, как только закончит связь, на нашу волну. Есть на нашу волну. Я им. Они у меня. На гражданке шутить будут. Союзу, товарищ майор! Ясно, товарищ майор, отбой. Как говорил один умный человек, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Приказано нам задержаться здесь
исправлять вон автоматику. Командующий говорит, доверил. Пока выходить в эфир каждые 2 часа для надежности. Ну что, командир, по очереди будем вахты стоять? Или вместе глаза таращить? Их листал, сбивая с ног, нордост жестокий. Губы боготворили горсть воды. Трепетал на мачте флаг скороговорка. На земле в ночи горели их костры. Не гаснут костры, ночные костры. Не гаснут костры над вечной рекой. Спорят, спорят костры с ночной тишиной. Бьется лодка пустая о берег ночной. Я давно навстречу им из дома вышел, но мне кажется, я знал их и любил. Будто много лет я имена их слышал, будто дружбу я со мной. Тоже служивые. Не гаснут костры, ночные костры. Не гаснут костры над вечной рекой. Спорят, спорят костры с ночной тишиной. Бьется лодка пустая о берег ночной. Сейчас вернусь в часть. А там опять письмо от отца лежит. Помириться решил? Даже не знаю. А сколько ему? Скоро 50. О, то-то и оно. Может, они не так уж и виноваты. Получилось и все. Да? А зачем он фотографии рвал? Кто его знает? Может, стыдно стало? Что мы вообще о своих знаем? Что доброе? Он мои. После школы кассетник Шарп. Пошел на работу. Нам, Толенька, твои деньги не нужны. На тебе мотоцикл. После армии придешь, машину купим. Ну, купим. Спасатели пожаловали. Ложись, Миш, закрывай глаза, сейчас с носилками прибегут. Ну ты даешь, Пантелеев. На помост вызывается Степан Пантелеев! Фу. Советская армия! Штангой занимается с 1980... Канифоль где? Везде! Ладно. Так.
Значит, механику Пантелееву приказы командира до лампочки. Матрос Пантелеев! Ко мне? Вы что, не знаете, чем грозит невыполнение приказа? Смирно. То-то матрос Пантелеев. Кругом. Объявляю вам два... Нет. Три обеда вне очереди! Ура! Остальные калории Лесников добавит! На губе! А мне теперь калории, это ни к чему все равно. Тебе-то ни к чему. Ну да. Все одно отпуск накрылся. Какой отпуск? Домой. Обещали, если первенство выиграю. Так ты за отпуск? Ну да. Дом ремонтировать надо, а отец болеет. А вообще-то я эту штангу очень не люблю. Только жиры нагуливаешь, да попу рвешь. А чего ж ты мне про дом-то не сказал? Я бы кого другого взял. Да проси, товарищ сержант, очень неприятно. Мы Пантелеевы просить не любим. Мы Пантелеевы, тоже мне князь Мещерский. Задание это трудное и ответственное. Ну что, встанем? Не скрою, не для слабаков. Пошли. Надо спички приготовить. Поэтому командование доверило его нам. Приказывать не хочу. Пойдут только добровольцы. Добровольцы шаг вперед. Не, так не пойдет. Мне нужно 10 человек. Разрешите встать в строй, товарищ майор. Я же приказал вам отдыхать. Так мы ж с курорта, товарищ майор. Романцев. Я. То-то Романцев. Есть то-то, товарищ майор. Спички есть. Равняйтесь. Смирно. Будем тянуть жребий. У кого горелое, становится старшим сержантом Смолину и Романцеву. Я не ослышался, товарищ майор. Нет, товарищ старший сержант. Только не путай Романцев. Южный берег Белого моря с северным берегом Черного. Равнение налево, товарищ майор. Молодое пополнение весеннего призыва прибыло. Старшина роты прапорщик Сива. Товарищ майор. Не надо. Куда они без меня? Добро. Я прокладывал путь во времени. Изучал я движение звезд. Я хотел найти путь единственный, путь, что к цели меня приведет. Я рассматривал карты старые, мне не выдали карты секрет. Книги древние я расспрашивал, в них нашел очень мудрый совет. Есть один путь к вершине, от подножья к вершине. Старый долг сам оплатишь, покори в эту высь. От подножья к вершине, от подножья к вершине. Только там, на вершине, жизнь имеет смысл.
знал настоящих трудностей. Я вчерашний мальчишка, юнец, не о долге солдатской верности говорили и дед, и отец. Шли на дзот, на таран, в бессмертие, вызывали огонь на себя. Сколько было их звезд в созвездии, молодых и безусых, как я. Есть один путь к вершине, от подножья к вершине. Старый долг сам оплатишь, покори в эту высь. От подножья к вершине, от подножья к вершине. Только там, на вершине, жизнь имеет смысл. Есть один путь к вершине, от подножья к вершине. Старый долг сам оплатишь, покори в эту высь. От подножья к вершине, от подножья к вершине. Только там, на вершине, жизнь имеет смысл.